Коллеги, приветствую вас на YouTube-канале Клуба Трейдеров Картель. Сегодня в завершении обширной большой темы структуры движения цены подведем некую черту, итог, объединим все те элементы, которые я вам показывал схематически, в реальную рыночную ситуацию акции компании ПАО «Банк Санкт-Петербург». Сначала небольшая предыстория, да, что было до. Мы долго-долго копили, несколько лет там болтались где-то внизу, и вот случился у нас какой-то стремительный рост. Кто-то кусает локти, да, что там не успел залезть в эту ракету, тут иксы и все такое прочее. Это все интересно, но найти понятную точку входа – это немножко другая история. Самое главное, что пытаться применить там, полученные знания на практике, как оказывается, сложного ничего нет. Значит, с чего все начиналось? Мы копили, и у нас формируется восходящее движение. Мы... Давайте. Не то. Где-то есть здесь сломанное. В общем, последнее импульсное движение. У нас точка остановки, откат, перехай и... Тот самый последний откат, с которого мы обновляем предыдущие экстремы. Затем у нас формируется, здесь начинает формироваться, скажем так, контртрендовый сетап. Мы делаем два хода вниз без перехая. То есть у нас такая слабая моделька слома, да, двуступенчатая. После этого инструмент встает в свою первую остановку, и здесь это выглядело неплохо на продолжение движения вот так. Мы упали, у нас малая волатильность, и все, в принципе, неплохо. Единственное, чего здесь не хватает, если заглянем внутрь, это точки входа. То есть было хорошо, затем мы отлетели и пробивали уже с разгона. С ретеста там захода это дело третье, это будет не... скажем так, по структуре и не пробойная точка входа. Значит, далее у нас происходит следующее. Мы уходим вот этим гэпом под точку остановки, с которой мы сделали перехай. То есть уходит цена под откат. Улетает с гэпом. Тоже здесь нет ни поджатия, ни на торговке. С ретеста опять-таки можно пробовать там забирать. Но это опять будет не пробойная точка входа. Затем мы делаем следующее движение, и в какой-то момент у нас цена останавливается и встает в неплохое такое накопление. Мы стоим больше недели, и можно смотреть входы в продолжение. Вот этот день перед днем X мы закрываемся под самый лоу. Относительно точки остановки есть хвостик ложного пробоя, так как это такая возможная область для манипуляции, то я ее стараюсь избегать, особенно когда нет запаса хода до хвоста ложного пробоя. То есть здесь заходить с перспективой как минимум вот на этот лоу можно, потому что стопик коротенький, а потенциал достаточный для того, чтобы забирать там 3-4 к 1. Разберем вот этот день X, да, когда мы повалились первый раз, более детально, там, таймфрейм возьмем помладше. И картиночка здесь следующая. Мы с открытия делаем тут небольшую попытку хода против и получаем импульсное движение. То самое импульсное движение, которое формируют участники, пытающиеся заходить на отскок от уровня и здесь, и здесь, и здесь, но... Если этот подход у нас вызвал вот сюда реакцию, эти два подхода вызвали сюда реакцию, то этот подход не вызвал никакого аналогичного движения. Плюс это третий подход. Третий подход, хоть он и самый суровый, но чаще приводит именно к пробою уровня. Малая волатильность, условный там короткий стоп за вот этот вот импульсное какое-то движение и... тому вот хвосту ложного пробоя, который там вот слева, даже сюда умещается там 4 с лишним к 1. То есть движение начинается, и далее его также можно сопровождать после остановки. Если мы возьмем последний вот этот импульс, который сорвался, у нас есть откат и дальнейший ход на перелой. То есть до тех пор, пока... данное движение продолжается, можно удерживать позицию, сопровождая ее, да, и не закрываться, не фиксировать сразу, если есть, опять-таки, возможность посопровождать уходы на перелой. Локальные
сломы присутствуют, то есть после очередной точки остановки у нас откат и невозможность идти на перелом, нас вытаскивают наверх. То есть в этой области можно уже закрываться. То есть мы видим, что цены начинают обратно поджимать, и это неплохое такое движение можно высидеть, которое там более чем в два раза. Потенциал еще больше, да, но если так вот консервативно закрыться, то примерно там в два раза получается больше основного хода. Что происходит далее? Давайте вот это все уберем, чтобы не мешалось. У нас точка остановки, опять есть неглубокий ложный пробой, и нас опять, да, тащит дальше. То есть на дневке у нас картинка такая, что мы выходим из накопления, делаем небольшой откат и опять идем к точке остановки. То есть это сделка на продолжение, и она отрабатывает аналогичным образом. Был там какая-то попытка, как сквиз, да, вынос лишних пассажиров, ушли за предыдущий откат, собрав стопы, и идем обратно к уровню, подходим, подтверждаем его касанием, и с неглубокого отката, тоже с утра, с открытия получаем импульс и далее на продолжение. То есть структурные элементы обновляются на старшем таймфрейме, там можно на часовике наблюдать. И это все продолжается, то есть если мы будем смотреть внутри, там даже на 15 минутке это все видно. У нас точка остановки, откат, и мы едем дальше. Опять точка остановки, откат, и нас тащат дальше. До тех пор, пока это продолжается, то есть такая картинка может продолжаться довольно-таки длительное время. То есть где-то вообще не откатывает, то есть цена сразу так как бы стекает и уходит на дальнейший импульс. Дальше то же самое, все абсолютно аналогично, как было на дневке, то же самое происходит на 15 минутке. У нас точка остановки, невозможность цены откатывать и уходит дальше вниз. Тоже под вечером, под закрытие дня мы закрываемся под самый лоу, еще и ниже локальной точки остановки. Следующим днем получаем опять импульсное движение. И до тех пор, пока это будет продолжаться, можно удерживать позицию. Ровно до тех пор, опять-таки, да, когда мы не увидим обратный контртрендовый сетап. Если мы разберем вот это последнее движение на младшем таймфрейме и посопровождаем немножко, здесь внутри откатик, он неинтересный, вот это наш последний откат, с которым мы сделали обновление минимума. Значит, эта точка будет для нас являться краеугольным камнем, где, вероятно, будет ломаться нисходящая структура и можно там поожидать какого-то восходящего движения. То есть, все то же самое. Если мы заходим здесь в пробой, мы можем удерживать до тех пор, пока у нас не сформируется контртрендовый сетап на младшем таймфрейме. Далее, там, заходить в контртренд или не заходить, это дело сугубо каждого. Да? Мы лезем против шерсти, и это слом на младшем таймфрейме. Получаем обратный ход, по сути, ретест точки срыва. И опять у нас движение вниз. И опять у нас локальная точка остановки. Посмотрим, что будет завтра. Точнее, уже сегодня вы будете смотреть это видео, наверное, 7 декабря. То же самое. У нас точка остановки. Единственное, здесь вот ложно-пробойная формация у нас образовалась и реакция. Но, опять-таки, последующие подходы не вызывают ответного какого-то интереса. Закрытие неплохое, да, мы стелимся, и на следующий день, то есть завтра, ну или 7 декабря, можно ожидать дальнейшего движения. Если это смотреть чуть шире, то у нас накопление, выход, ретест, и хорошо бы вот сюда, куда-нибудь на перелой попробовать подержать. Запас хода, если там оценивать хотя бы до предыдущего излома, то еще есть куда сходить. Ну и вишенкой на торте будет возврат к тому месту, откуда мы стартовали последнее вот это восходящее движение, очень сильное, импульсное. Таким образом, применяя, то есть изначально, когда мы ищем контртрендовые сетапы, первое, на что мы обращаем внимание, это какое-то очень сильное движение. То есть на крипте это будет там памповые какие-то формации. На там фондовом рынке, ну, тоже не исключены, да, такие вот резкие подъемы. Затем мы дожидаемся, то есть все почему-то, ну, не все, большинство трейдеров, видимо, наученные
шаблонным, да, наверное, так, шаблонному поведению, то, что дорого продавать, то, что дешево покупать, и все стремятся продать вот в этой точке. То есть поймать тот самый экстремум за самый хвост и досидеть до самого лоу, и там закрыть свои продажи, либо наоборот, вот купить прямо на донышке отката и высидеть вот это все движение. Это все классно, в книжках нарисовано, как говорится, красиво, да, но попробуйте высидеть такие вот длинные движения. Особенно, ну вот, кто без стопов, либо с дальними стопами торгует, вспомните себя, когда вы сидите в просадке, то эмоционально это проще переносить, чем когда вы тянете профитную позицию. И любые вот эти вот движения против, они оказывают такое влияние, хочется закрыть, чтобы не отдавать в рынок обратно ход. То, что уже заработано, бумажную прибыль, да, вот это хочется зафиксировать. Поэтому вот эти сквизы, которые нацелены, да, там против основного движения, смотрите чуть шире, смотрите дневку. Если вы торгуете там М15, М5, смотрите часовик, 4-часовик, следите за тем, как движется цена, как формируются откаты. Если мы не уходим за границы предыдущего отката, то это все нормально. В движении, в любом движении у нас есть остановка и коррекционный какой-то ход. Вот наш торговый диапазон. Мы здесь будем стремиться продавать. На подходе вниз, если у нас там ложнопробойная формация, можно здесь пробовать покупать. Здесь мы будем также продавать. И если нас прижмут и вытащат наверх, то здесь можно будет покупать. То есть у нас две точки входа на покупку, две точки входа на продажу. Если нам не дают поджатие на срыв и происходит выход, можно ждать на ретест. Цена может заходить в накопление. Да, там, кто горизонтальные объемы пользует, есть понятие такое point of control, и чаще оно происходит, ну, образуется, да, в месте наибольшей проторговки, то есть там, где дольше всего находится цена, по какой цене совершаются сделки, вот там точка максимального интереса. Она может удерживать, выступать как локальным уровнем. Но все в совокупности по структурному движению, то есть бывает, ну, бывает широкий ход, бывает не очень широкий ход. Там на крипте монетка ARK. Мы вышли, у нас огромная волатильность, да, происходит, что говорится, там переворот, какой-то разворот, да, крупных каких-то участников. Просто колоссальное движение, причем объемы на старте были очень большие, а здесь нужно цену возить широко, да, объемы небольшие, а движения существенные. И после этого все то же самое. Нас останавливают, прижимают, есть накопление, есть подтверждение уровня, работаем на срыв. И в продолжении все то же самое на младших таймфреймах, если посмотреть. Все абсолютно одинаково. Это работает на любых таймфреймах, на любых инструментах. Интерес участников, которые двигают цену. Классические модели там поджатия, треугольники. Мы можем упасть и устоять в узкой на торговке и далее совершать какие-то поступательные движения, все работает предельно просто, не нужно ничего усложнять, навешивать какие-то ярлыки, если это поддержка, мы обязательно от нее отскочим, если это сопротивление, мы обязательно об него упремся и не пойдет цена дальше. Мы следим остановка, если она есть, то ждем подтверждения уровня остановки, может быть ложнопробойные какие-то форматы, самое главное, чтобы не утаскивали далеко. То есть в этом падении, если вот как частность, да, разобрать, мы упали после коррекции и откатили. Вот наш торговый диапазон, который образовался. Цена погуляла, нас прижали к низу. Там первичный выход со стопиком за последний откат, либо там вторичное движение забирает. Кто, ну, у кого ТС-ка предусматривает входы после ложного пробоя без реакции, то это будет немножко другой подход, там во вторичное движение заходить. Здесь и стоп уже более понятный бывает, да, если вот особенно как здесь издалека вывалились, ну нет здесь точки входа, ну ничего не поделаешь, ретесты не дали. Но зато дальше дали локальную точку входа в продолжение движения, там с условно коротышом стопом движение 10 к 1. И на данный момент у нас опять картиночка продолжается. Да, здесь пошире погуляли, опять мы видим сквиз на вынос, да, есть локальная точка отката и обратный какой-то вынос. И теперь нас обратно прижимают к низу. Все, что нам нужно теперь дождаться, это подтвердить, немного постоять и работать дальше на продолжение движения. Применяйте, используйте со стоп-лоссами, оценивайте волатильность в момент точки входа,
И это, по сути дела, готовая ТС-ка. Бери и делай. Формализуйте точки входа, опишите их, сделайте себе десяток другой примеров, где вы опишите, куда ставить стоп, когда я располагаю там ордер на вход, каким ордером вхожу, при каких условиях. То есть максимально формализовать все на бумажку. Увидели картинку, посмотрели и работаем. Там, я не знаю, эфир, рост, рос, 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 эфир, эфир. Все то же самое. У нас локальная точка остановки, но движение пошире, да, на дневке. Остановились, поджали, поехали дальше. Вот в этом движении остановка, опять поджались, немного проживали, да, можно там садаптировать. Ну, пусть там будет один стоп какой-то системный. А так все абсолютно одинаково. Да, здесь тоже нет точки входа, но сама суть, да, вот этого движения структурных элементов, она повторяется на, ну, я говорю, на любых инструментах абсолютно. И можно расторговывать и там фунт, и какие-то там криптомонетки, и на Форексе бывает, да, не так часто, инструментов не так много. Я кросс-пары не смотрю, поэтому реже встречается. Но локальных ситуаций на младших таймфреймах просто уйма. И не нужно ничего себе выдумывать для торговли по данному подходу. Вот, применяйте. Надеюсь, было полезно. Если остались какие-то вопросы, можете в комментарии под видео оставить. Может быть, там какие-то инструменты рассмотреть. Я думаю, согласуем какой-нибудь разбор тех или иных инструментов. Единственное, только просьба написать цену и дату, когда посмотреть, и можно будет разобрать. Вот, всем спасибо, всем удачи, пока-пока.